Всем привет, с вами Детские Игры, и мы сегодня продолжаем играть в симулятор котеек. Котейки, поздоровайтесь с нашими зрителями. Ну что ж, ребятушки, мы сегодня будем с вами, как я и обещал, собирать на наши параметры у котеек. Они слишком низкие, и нужно их повысить. Но чтобы повысить, надо заработать много золота. Но и у нас, как вы понимаете, сейчас заведется маленький малыш. Ну, я надеюсь, что он у нас заведется прямо сейчас. Давай. Ну и... А как так произошло то, что у нас не завелся малыш? Как это так? Сейчас давайте посмотрим. Может быть, у нас уже беременна уже наша маленькая мама. Ну-ка, сейчас посмотрим. Нет. А, нет, беременна. Смотрите-ка, что. Оказывается, беременна. А я совсем забыл, то, что она у нас беременна. Вот это да. Ну что ж, ребятушки, тогда у меня есть уже имя для нашего малыша, который сегодня появится. Ну и мы отправляемся с вами зарабатывать много-премного... Чего? Золото! Все верно. Но отправимся в другой мир. В другой мир, где есть много-много интересных и больших животных. Да, мы на них сегодня будем охотиться. Прямо сейчас. Ну что же, отправимся, я думаю, уже куда-нибудь в интересненькое место, а именно вот сюда. Вот в эти тропики, там всегда много разных очень сильных и не очень животных. И нам сегодня потребуется это все выполнить. Так, ну что же, давайте посмотрим, кто тут у нас самый сильный из вот этих вот животных. Кто же тут самый сильный? Ай-яй-яй! Осторожно, прячемся сразу за вот это дерево и пытаемся... Ой-ой-ой! Вот это да, чуть нас не победил. Не победил этот гепард. Ой-ой-ой, он за нами побежал! Они вдвоем за нами побежали. И как нам быть? Как нам быть с вами? Ну, мы побыстрее, конечно, их, но все равно как-то это очень странно и небезопасно. Так, они врежутся? Нет, один из них не врезался. Осторожно тогда надо быть. Один из наших котеек застрял. Так. И застрянут они или нет? Опять не застряли? Да что же делать? Как там быть, ребятушки? Ой-ой-ой, вот это действительно опасно, преопасно. Так. Давайте спрячемся вот за вот этими уже деревьями. Я надеюсь, что они вот так-то, вот так вот лучше, вот так вот получше будет, и мы сможем с ними справиться. Да, ребятушки, ну что ж, я думаю, то, что можно котеек поддержать. Лайк. Поставьте прямо сейчас, и я быстрее новую серию выпущу, если будет много лайков. Потому что прошлая серия была аж неделю назад, и это достаточно давно. И если действительно вам нравятся котейки, я буду почаще в них играть. Вот, Кейт готова родить, отправляйтесь спать в домик. Давайте с вами тогда нужно в домик срочно отправляться, потому что наша Кейт все-таки хочет прямо сейчас родить, и прямо сейчас это и сделаем. Отправляемся домой, обратно домой, в домик. Так. И... Что же тут мы с вами можем сделать? А мы сможем поспать, восстановим все силы, и у нас, наконец-то, будет малыш. О, у нас родился малыш. А знаете, как мы его назовем? В комментариях вы мне прислали вот такое красивое имя. Роза. Очень красивое имя, и у нас теперь очень маленький котенок, которому мы дадим вот такой вот скин. Вот такой, ой, смотрите, какой маленький. Вы посмотрите, какой маленький. Вот это да, вот это я понимаю. Малыш мой маленький. Мой маленький малыш, да? Ой, круто как. Слушайте, ну мы с вами молодцы. У нас появился малюська, маленькая малюсечка. Ну что ж, давайте-ка попробуем его взять с собой и отправиться. Отправимся мы, знаете, куда? Так, а мы куда сможем отправиться? Вот сюда. Ну, давайте обратно и отправимся, почему бы нет. Конечно, нравится нам Кэт Сим. Ну что же, отправляемся в опасное путешествие
снова охотиться. Будем постоянно, конечно, сейчас охотиться, потому что у нас есть вон маленький котеночек. Смотрите, какой он маленький. Он такой маленький вообще. Но это круто, это круто. Так, ну что ж, мы с вами тогда пытаемся сейчас много-много всяких разных врагов накопить. И где же? Опа! Давай-давай, пытайся догнать нас. Давай, пытайся догнать. Только мы и не только тебя сейчас возьмем, а мы еще какого-нибудь одного возьмем. Большого-большого-пребольшого какого-нибудь зверя. И сразу несколько зверей будет за нами бегать, и мы и вас всех победим. Ну, чтобы быстрее все это делалось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так. Ай, осторожно! Ты чего это с нами? Слушайте, ну он очень медленный, так что мы, наверное, побежим вот сюда. Вот сюда. Оп. Так, осторожненько, осторожненько. Мы вот сюда вот спрячемся. Вот сюда вот спрячемся. Интересно, они смогут нас достать? Да, давайте, давайте, давайте быстрее, 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 быстрее. Видите, котятки, все наши котятки получаются у них. Ну-ка, давайте посмотрим, как они там. И нас... Ой, смотрите, наш маленький котеночек. Розочка, наша маленькая девочка, Розочка. Только я вот не помню, я выбрал там пол или нет. Надо будет выбрать для него пол, для нее вернее. Потому что она все-таки девочка, а не мальчик. И мы с вами назовем, назвали ее в честь цветка, в честь красивого цветочка. Отлично, у нас даже уровень у кого-то появился. Так, ну что ж, давайте посмотрим, посмотрим, Роза у нас мальчик или девочка. Давайте отредактируем. Нет, все-таки мужской. Ой, у нас Роза. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, давайте, что нам делать тогда, если мы назвали Розой мужчину? Ладно, давайте у нас будет необычный мальчик с именем Роза. В честь Розы назвали мальчика. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, то, что действительно это ничего страшного. Так что мы с вами отправляемся дальше. Отправляемся дальше охотиться. Наши малыши нам помогают вовсю. И вот сюда мы прячемся, как всегда. Ну слушайте, этот носорог уже большущий. Это носорог уже большой, но мы его должны победить. Да, мы его должны победить прямо сейчас. И я думаю, нам стоит прокачивать. Потихонечку нужно прокачивать наших котеек, чтобы они были намного сильнее. Намного сильнее. Так. Так, ну что же, кто тут у нас есть? Так, малыши у нас есть, но нам надо сейчас не малыша прокачивать, а нам надо... Давайте персика прокачаем максимально, просто на все денежки мы его сейчас прокачаем. До 28 силы мы его прокачали, и слушайте, ну это уже много. Но мы с вами можем много копить. Ой, наш малыш, слушайте, давайте его возьмем. Вот, смотрите, смотрите, мы его взяли с собой. Давайте посмотрим, как он тут будет выглядеть. Посмотрим, как он вообще смотрится. Ну-ка, 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 ну-ка. Давайте вот повернемся. И смотрите, ой. Такой малыш маленький. Наша Розочка маленькая, да? Вот так вот он. Вот так вот он бегает с мамочкой, играет, и она его вот так вот таскает. Это очень круто. Ну, давайте попробуем прямо с ним в зубах попытаться победить кого-нибудь. Давайте прямо с ним. Так, а где же у нас тут хоть один гепард, что ли? А, вот гепард. Вот он, большущий-пребольшущий гепард. Ну, слушайте, он так смешно нарисован, ноги такие маленькие, а... Ну, в общем, он смешно нарисован. Ай, ой, а что это он? Может пройти сквозь деревья? Ай, да что ты будешь делать? Ой-ой, бежим, бежим, бежим. Вы чего? Вы чего это? Нам надо бежать, срочно добежать надо, потому что гепард сильный. Да, гепард намного сильнее нас, оказывается. Не мы его сильнее, а он нас. Так, ну что ж, давайте-ка мы победить его должны все-таки. Да, вон наша Розочка. Он у нас молодец, он у нас справляется. Так, ого, вырос. Роза вырос. Теперь он уже не маленький, теперь он уже Котофей-Котофеич большой. Так, ну нам надо с вами дальше продолжить получать большие очки. И мы с вами сейчас их и получим. Так, я, кстати, уровень получил 47-й. Ну, тут уже неплохо, вот это уже неплохо. Так, но где-то здесь еще есть другие животные, и мы с вами попытаемся их найти. Ой, 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 ой. Так, 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 так.
И надо, чтобы они вместе за мной бежали. Мы вот так вот сделаем сейчас вокруг. Вокруг попытаемся оббежать вот этого дерева и встать вот сюда. Нет, все-таки они... Отлично, отлично. И пытаемся. Осторожненько, вы чего это? Так, они за деревом... Один за деревом застрял или нет? Нет. Надо застрять, чтобы они все застряли за деревьями. Так, ну они успеют или нет? Нет, они вроде не успевают. Или успевают? Так. Давайте в рядочек. Бегите в рядочек за мной. И мы вот за этим деревом сейчас быстренько спрячемся. Ой-ой-ой. А он, слушайте, попал по нам или нет? Так, отлично. И... Так, отлично. Ой-ой-ой, он по нам попал. Да, он по нам попал. Мы от него все-таки убегать должны. Так, за деревом. Давай. Эй, а котейки мои застряли за деревом. Да уж. Не, ну за тремя, конечно, мы с вами не сможем убежать. Так, спрячемся. От трех сразу мы не сможем спрятаться. Осторожно, ты чего это? Он такой злой, конечно, вот этот вот гепард. Видимо... Ой-ой-ой. Так, ну вроде справились с ним. И вот с этим. Сейчас нужно, чтобы у нас все получилось. Что? А как так получилось? Вот это да. Вот это да, ребятушки. Это как так получилось? Ну ладно, котофейки, ничего страшного. Мы с вами отправимся еще разочек сюда. Как так получилось, то, что мы проиграли? Что-то я не очень понимаю. Так, ну ладно. Хорошо. Один раз проиграли сегодня. Но это ничего не значит. Ничего не значит, потому что мы с вами отправляемся дальше на охоту. И нужно прятаться куда-то вот сюда, я думаю. Вот сюда. Спрячемся, пожалуй, вот сюда. Так. Он с нами бежит или нет? Да, он с нами бежит. Но он, скорее всего, врежется. И это хорошо. Все, давай, начинаем. Быстрее. А он до нас достает, что ли? Да, он, по-моему, до нас действительно доставал. Или нет? Не, он, наверное, до нас не доставал. Ну ладно. О, смотрите, а что это? Куда он убежал-то? Эй, ты! Давай, котофейки, пытаемся сразу же за дерево. Тут охотиться можно смело и спокойно. Да, смело и спокойно мы с вами... Ой-ой-ой-ой, я все-таки, да, у него получается нас победить. И надо действительно на большом расстоянии от него. Вот так прямо на большом расстоянии. Все, отлично. И теперь там есть гепарды. Где-то здесь есть гепарды. А, вот. Отлично, все, мы их нашли. Замечательно. И вот, ничего себе так-то расстояние, да? Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну я думаю, мы сможем от него убежать. Да, прямо сейчас мы от него убегаем быстрее в леса, куда-нибудь подальше. Главное, чтобы он нас не достал. И вот за это дерево, если мы спрячемся от него... Ой-ой-ой-ой. Так, а мы, да, действительно, можем за это дерево спрятаться очень легко. Так, и давайте следующего. Давайте. У нас все получится, ребятушки, у нас все получится. Нам нужно срочно прокачать нашего малыша еще одного. И тем самым мы с вами сможем быстро прокачаться. Так, ну что же, Роза. О, слушайте, а мы можем все вообще, да, прокачать. Ну давайте мы силу сейчас прокачаем. А, нельзя. Давайте тут до 30, и тут вот будем прокачивать это все дельце. Нам это очень важно. Нам нужно прокачивать очень быстро всех этих наших котеек, чтобы они были намного сильнее, как всегда. Ну да, тут у нас уже уровень намного быстрее повышается все-таки. Ой, а что это он? А что это он от нас... О, слушайте, а у меня идея. Так, убегаем срочно. Срочно убегаем. Так. И сюда прячемся. За вот это дерево. Вот это дерево, кстати, наверное, лучшее, которое я вообще видел. Так, мы с ними справляемся со всеми. И нам надо с вами энергию восстанавливать. Да, нам надо срочно восстановить всю энергию, которая тут есть. Такс. Там есть, конечно, еще гепард. Мы его, в принципе, можем догнать. Но вот тут вот есть два гепарда, и мы сможем от них легко избавиться. Ну, легко от них убежать. Так, вот они. И мы просто по прямой побежим от них, и все.
Так. Эть, и бежим. Все, отлично. Мы теперь можем смело считать себя победителями гепардов. Да, потому что мы сможем спрятаться вон за тот... Давайте за это дерево сначала попробуем спрятаться. Вот так вот, вот так вот. Спрячемся. Я думаю, то, что он нас не сможет достать. Так, отлично, 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 отлично. И сразу же следующего, сразу же следующего. Нам нужно его победить прямо за скорый, очень быстро. Чтобы получить x2 за него золото. Так, 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 так. Отлично, мы с вами молодцы. Слушайте, ничего себе. Мы с вами такие молодцы, то, что так легко справляемся с ними. О, там носорог. А он 49 уровня. Так что это будет опасно достаточно. Сложно и опасно. Но мы с ним справимся, потому что спрячемся за вот этим прекрасным деревом. Да я думаю, так все играют. Ой-ой-ой, ой-ой. Ой-ой-ой. Эй, а чё это он нас так легко догоняет, что ли, да? Он нас так действительно легко догоняет. Ну, надеюсь, сейчас не догонит. Да, все, мы с вами справились. Так, нам надо бы прокачать все-таки розу. Так, персика будем прокачивать максимально. Слушайте, а максимально какой он уровень может быть? То есть здесь тысячу... Да. А, ну все, у нас все одинаково, смотрите. У всех все одинаково. И тут давайте скорость немножечко увеличим. Ну так, чуть-чуть совсем нам. Да, мы сейчас прокачиваем наших всех персонажей, потому что это нам пригодится в дальнейшем. Потому что это действительно очень нужно, чтобы мы намного быстрее справлялись с этими, со всеми тиграми, со всякими. И это намного лучше. Так, так, теперь вот бежим. 50 уровень все-таки у этих уже животных, извините меня, это очень много. Это очень много. Так, прячемся. Вот сюда прячемся. Вот так вот. Он нас тут точно достанет. Так, отлично. Спрятались от него. Эй, ты тигр, конечно, очень злой и свирепый, но мы тебя победим. Очень легко победили. И, ой, всего лишь 2000 за него дают. Всего лишь 2000, а чё так мало? Чё так мало, я думал, за него больше будут давать. Ну да ладно. Ну что ж, мы сегодня, в принципе, справились со своим главным заданием, да, мы с вами родили малыша, и это очень хорошо для нас. Так, а что это, он остановился, что ли? Так, а что это мы останавливаемся? Так, на каком расстоянии мы сможем... Так, осторожненько. Все, вроде с ним справились. Да, мы... Я так, подвожу небольшие итоги. О, слушайте, а за этот куст можем спрятаться? Или нет? Да, можем тоже за этот куст спрятаться. И это... Кстати, здесь много таких местечек. И для прокачки своих персонажей довольно-таки местечко-то хорошенькое, да? Да, мне нравится это место. Тут готов постоянно быть. Ну что ж, ребяточки, я думаю, то, что можно уже немножечко завершать сегодня, потому что мы с вами справились со всеми заданиями, которые нам давали. Давались, конечно, мы вот эти задания не выполняем, потому что я хочу прокачать наших котеек максимально много. Ну, чтобы у них было много-много силы, много-много выносливости, чтобы они могли охотиться вот на всяких вот этих в Африке больших и очень грозных животных. Так, ну ладно. Что же? Ну все. Я надеюсь, то, что вам понравилась эта серия. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилась эта серия. И что же? Подписывайтесь на канал Детские игры. Мы здесь играем в очень интересные игры, которые вам понравятся и которые, возможно, даже играете вы сами. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. И приходите завтра на стрим по Wildcraft'у в субботу в 13:00 по Москве. Мы с вами будем открывать 100 сундуков в Wildcraft'е. Это будет самый эпичный, самый крутой стрим за всю историю данного канала. Приходите обязательно. И, ну что же, всем пока!